Всем привет-привет, мои дорогие любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Поздравляю всех православных с праздником Святой Троицы. Все-таки я решила сделать для вас расклад на тему, что происходит в его жизни прямо сейчас, потому что очень много запросов получила в личку с просьбой не пропускать этот расклад. И сегодня я его сделаю для вас на колоде мудрой стихии, очень красивой, очень яркой, нежной, чувственной колоде. Мы с вами посмотрим, что происходит в жизни вашего мужчины, какие энергии меняются, какие изменения, какие энергии уходят сейчас из его жизни, какие наоборот приходят, сменяют предыдущие, что он думает о вас, какие эмоции к вам испытывает. Ну, в общем, все те вопросы, которые мы обычно с вами смотрим. Напоминаю, что по вопросам обучения обращаться нужно на мой WhatsApp, ссылочка находится под каждым видео. Пишите, пожалуйста, сообщение обучения, я обязательно с вами свяжусь и расскажу о моем обучающем курсе. И благодарю вас, мои дорогие, за поддержку канала, за лайки, за комментарии, за донаты, за спонсирование. Низкий вам поклон. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода, еще раз напоминаю, мудрость, стихия. Очень часто вижу вопросы в комментариях, а какая колода? Девочки, дорогие мои, каждый расклад, в начале расклада я обязательно озвучиваю название колоды. Поэтому слушайте внимательно. Дно колоды, двойка пентаклей. Здесь человек, этот мужчина, может находиться, либо женщина, если вы мужчина и смотрите на женщину, он может находиться в какой-то ситуации неопределенности, что-то решать для себя, в чем-то определяться сейчас. Это может касаться как материальных дел, вопросов, так и, в принципе, любой сферы его жизни. Вот абсолютно в любой сфере здесь может быть ситуация некой неустойчивости и неопределенности, как будто ему нужно в чем-то определиться, что-то решить. Две ситуации, два каких-то направления, либо больше, не только два. Может быть, между какими-то отношениями определяется, либо еще между чем-то. Так что вот так балансирует он сейчас, и вполне возможно, кстати, по этому же аркану ему приходится общаться сейчас с людьми, проявлять качество человека, который умеет общаться и находить подход к разным людям. Какие энергии сейчас покидают его жизнь, уходят сейчас на данный период времени, какие, наоборот, входят в его жизнь. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Посмотрите, как у нас красноречиво, ярко вышла башня и королева мечей. Здесь явно будет разговор о некой женщине. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Но здесь их выходят две. У него, у этого мужчины, сейчас есть некое противостояние. Я не побоюсь этого слова, потому что это так и есть. Противостояние. Семерка жезлов вышла с королевой жезлов. Есть какая-то женщина судьбоносная, очень важная в его жизни. Это может быть его жена, либо это его кармический партнер. Вы можете выходить, и неважно, вы жена его, либо нет, здесь кармический партнер. Некое противостояние, как будто здесь он сейчас либо борется сам с собой, либо борется с какими-то обстоятельствами, которые вклинились в их отношения. И сейчас некий какой-то момент истины либо прямо сейчас наступил, либо он близится. То есть этот момент истины в отношениях с этой женщиной, он придет очень скоро, либо уже сейчас наступил. Смотрите, здесь этот мужчина, скорее всего, совсем недавно, потому что у нас вышел в прошлое, уходит аркан башня. Здесь были какие-то разрушительные процессы, разрушительные изменения в отношениях с некой женщиной, королевой мечей. Здесь вышли две женщины, и поскольку на дне колоды выходит у нас аркан двойка пентаклей, я рискну предположить, что
в жизни этого мужчины действительно присутствуют две женщины. Да даже и не рискну, а скорее всего у 99% зрителей сегодняшнего расклада так и есть. Конечно, вас могут показывать здесь в двух ипостасях, то есть вы здесь являетесь и королевой жезлов, и королевой мечей, в зависимости от обстоятельств вы по-разному себя проявляете. Но все-таки у большинства здесь будет две женщины, потому что, по сути, он здесь пытается что-то решить между двумя женщинами. Что уходит в прошлое? Была разрушительная некая ситуация, либо расставание, либо что-то внезапное, что у него произошло в отношениях с некой королевой мечей, что-то очень резкое, что-то очень такое колкое, и то, что должно было по справедливости произойти. Мог быть разрыв, могли быть выяснения отношений, могли быть какие-то, ну вот как гром среди ясного неба, как будто что-то между ними произошло. И женщина повела здесь себя весьма достойно. То есть, скорее всего, она не стала падать на колени и просить его умолять там о чем-нибудь. Она повела себя как королева мечей. То есть, она повела себя с достоинством. И сейчас вот эта женщина, которая ведет себя с достоинством, она идет в раскладе как энергии, которые приходят в его жизнь. То есть, этот мужчина начинает осознавать четко и ясно, что эта женщина... грубо скажу, но так и есть, ей пальцы в рот не клади, потому что невозможно тут с этой женщиной обходиться как-то манипуляционно, потому что не получится вообще никак. То есть очень многие сейчас события связаны именно с этой женщиной. Поскольку у нас вышел аркан второй женщины, то опять-таки, повторяю, здесь либо вы можете здесь быть показаны двумя ипостасями, это королева мечей, королева жезлов. Королева жезлов страстная, яркая, сексуальная, интересная женщина во всех отношениях, очень яркая, которая привлекает внимание людей, и к нему, вообще противоположного пола, и к нему проявляется по королеве жезлов. Вот сейчас с ней происходят некие кармические перемены, очень важные изменения, и все-таки это некое противостояние, либо борьба, либо, можно сказать, эмоциональная борьба с этой женщиной, либо борьба за обстоятельства, которые вмешиваются в отношения с этой женщиной. Я надеюсь, достаточно информации сейчас нам показали карты Таро для того, чтобы сделать какой-то определенный вывод. Но здесь сейчас мужчина полностью в энергиях, связанных либо с женщиной, либо с этими двумя женщинами. У каждого здесь, у всех по-разному. Но все-таки я обращу ваше внимание, что у большинства здесь будет присутствие именно двух женщин. У кого-то, вполне возможно, здесь у мужчины предстоит либо развод, либо какие-то выяснения отношений с королевой жезлов. Но, в общем, вот так. Дальше не буду углубляться, потому что здесь действительно может быть огромное количество разных вариантов. Но смысл в том, что я вам сейчас рассказала. Думает ли он о вас сейчас? Этот мужчина вообще думает о вас? Есть ли мысли? И какого плана мысли? Но тут очень-очень многих из вас либо расстояние вас разделяет, либо у вас состоялось расставание, либо оно было в прошлом, и сейчас у него мысли об этом, когда женщина отношения, это женщина, да, и она отношения эти покинула. Даже если он вышел из отношений, все равно у него такое чувство, как будто женщина от него отвернута, как будто женщина эти отношения продолжать не хочет. Еще двойка мечей. Ну, тут какой-то мужчина не определяющийся, девочки. Здесь мужчина, который не может принять какое-то решение. Мысли о вас. А он вообще не знает, тут мужчина, как дальше быть и что с вами делать. А вы ему нужны. Я не буду говорить здесь о какой-то неземной любви, но вы ему здесь нужны. И все, что связано с вами, если, допустим, вы вышли из отношений, либо вы ему демонстрируете какую-то холодность, либо намеки на то, что вы можете выйти из отношений, это его волнует, это его касается напрямую. Он нуждается в вас, кто-то здесь нуждается даже и в материальной какой-то составляющей ваших отношений, кто-то нуждается чисто в эмоциях ваших, но он здесь нуждается. И сейчас он не понимает, как вообще поступать и как дальше с вами двигаться, в каком направлении. Если между вами состоялось расставание, здесь у нас легла башня, восьмерка кубков, очень у многих, несмотря на такие расклады предыдущие, которые у нас были, что потепление отношений, что вроде как становится все
на свои места, да, идет к чему-то более позитивному. Возможно, у вас и сейчас это происходит, но мысли у него почему-то о вашем уходе и о том, что ему необходимо определиться, но он почему-то этот момент определения как-то, он у него по сей день не наступил, потому что, скорее всего, он вам не может дать тех энергий, о которых вы мечтаете, которых вы хотите, которых вы заслуживаете. То есть он понимает, что в отношениях с вами он вам не додает очень многого, не додает. Шестерка пентаклей, пятерка пентаклей. Скучает, он нуждается в вас, в вашей энергетике, в вашей любви. Вот такие мысли. Сегодня такой сложный микс. Так, эмоции, чувства в отношении вас сейчас. Ну, двойка кубков, девочки. Ну, тут как бы, что бы тут ни было. Возможно, у него просто мысли такие. Может быть, у вас были периоды, когда вы расставались. Либо он просто боится этого, что, не дай бог, вы расстанетесь. И как он будет себя чувствовать тяжело. А в эмоциях и чувствах это двойка кубков. Ну, это можно сказать, что мужчина в эмоциях и чувствах испытывает к вам любовь. Испытывает к вам очень серьезное эмоциональное влечение. То есть глубина эмоциональная здесь очень серьезная. Поэтому по двойке кубков, посмотрите, он представляет вас своим идеальным партнером, он представляет, как он обнимает вас, как он целует вас, как вы вместе пьете этот божественный нектар, как вы занимаетесь любовью, как он гладит ваши волосы, вашу кожу. То есть вот это все есть у него в чувствах и в эмоциях. Поэтому, судя по первым арканам, которые вышли, у вас было расставание, возможно, после этого расставания вы стали более такая женщина конкретная, закаленная, уже которая может реально оценить ситуацию, уже не впадать в какие-то там, я не знаю, сопли, слезы, а показать себя с чувством собственного достоинства. Но что-то здесь было в вашем прошлом однозначно, и, возможно, он думает о прошлом. Если же это происходит между вами сейчас, значит, он думает о настоящем, но в эмоциях и чувствах к вам у него аркан двойка кубков. И тут даже и добавлять нечего. Вы сами поймете все по этому аркану. Так, теперь давайте спросим, что этот мужчина сегодня скрывает от вас. Что он скрывает от вас? Паж жезлов. Ну, во-первых, он мог получить какие-то известия, и об этом вам не говорит. И, скорее всего, это известия, касаемые его карьеры, его какого-то социального продвижения. Также, вполне возможно, сейчас настал момент в жизни мужчины, когда ему чему-то новому нужно обучиться, либо повысить свою квалификацию. То есть ему нужно что-то начать практически с нуля. Он в чем-то такой, знаете, ученик. И ему нужно достигать уровня мастера. То есть ему в чем-то нужно повысить свой уровень профессионализма, допустим, да. Также он может скрывать что-то, связанное с детьми, если у него есть дети. Потому что это аркан еще и такой. Что-то может скрывать в этом плане. А теперь спросим, что этот мужчина хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Да, у него какие-то перспективы перед ним открываются новые. Что-то новое входит в его жизнь. Ну, он хотел бы с вами поделиться этим. И, скорее всего, опять-таки это связано с чем-то, вот с его, с делами, с какими-то карьерными, рабочими, вот с чем-то таким. И он хотел бы с вами этим поделиться, но почему-то по какой-то причине молчит. Также он может сказать вам, что он думает о том, что вы можете здесь посмотреть на какие-то новые горизонты. Можете, возможно, даже не то, чтобы отвернуться от него, а, в принципе, фокус своего внимания сместить в другую сторону. Его этот момент, скорее всего, волнует, и он вам об этом не говорит. Давайте теперь конкретно посмотрим, что его волнует. Что волнует этого человека сейчас? Что вызывает его волнение? Некая ситуация, которая завершилась, закончилась. Если вы с ним расстались, допустим, то знаете, что это его очень сильно волнует. Это то, что его действительно волнует. Тогда он действительно думает о том, что вы можете уйти к новым берегам, в новые отношения, что-то новое у вас сложится по-другому. Естественно, это его волнует тоже, не дает ему покоя. Если же вы с ним продолжаете отношения, у вас все более или менее хорошо, да, то его волнует тот вопрос, что не дай бог вы можете расстаться. То есть он не хочет этого. Расставание с вами, это вообще не входит в его планы. И если это произойдет, если это уже произошло, то это его волнует. Если же это еще не произошло, то его волнует тот факт, что не дай бог это произойдет. Также его может волновать какая-то ситуация в жизни, которая пришла в его жизни, которая подошла к концу, она завершилась.
Финита ля комедия. Все, занавес. Что-то закончилось в его жизни, и это может его тоже волновать. Теперь спросим, а что у него происходит дома, если он живет от вас отдельно? Вы живете с ним не вместе, у вас разные дома. Что происходит у него дома? Какова атмосфера? Даже не то, что происходит, а какова атмосфера там у него дома сейчас? Достаточно конфликтная. Он с кем-то может спорить, с кем-то могут быть какие-то конфликты, он кому-то может что-то доказывать. И здесь больше идет некая энергетика, скорее мужская, хотя, конечно, может здесь и женщина присутствовать, либо женщины. Но здесь мужчина именно находится в конфликтных каких-то энергиях. То есть с кем-то может ссориться, кому-то что-то доказывать, либо у него в душе сейчас некая буря конфликтная, конфликтов. Говорит ли этот человек вообще о вас с кем-то? И если да, то что именно говорит? Да, он говорит. Он говорит с кем-то о вас. Говорит достаточно резкие слова сегодня. А я не буду говорить, что плохие. Ну, давайте еще один аркан добавлю. Какие слова? Плохие либо хорошие? Но говорит что-то резко. Какие-то резкие выводы? Нет, он плохих слов не говорит. Скорее всего, он обсуждает ваш непростой характер. Во-первых, то, что вы, возможно, доминируете в отношениях, либо как-то пытаетесь его своей воле подчинить. А также он может говорить с кем-то о том, что он на вас тоже влияет вот таким образом. Как бы, знаете, ну, хвост распушать. Так можно сказать. Как будто он говорит, да вот я ее запросто там в бараний рог скручу. Смеюсь, конечно, шутка. Но что-то в этом плане действительно может быть. То есть он говорит о ярких чертах вашего характера, о вашем непростом, но очень ярком интересном характере, и говорит достаточно резкие слова, но неплохие. Нет, здесь неплохие слова. Так, следующий вопрос. Следит ли он за вами? Наблюдает ли, собирает ли как-то информацию специально, либо сам даже того не понимает? Да, конечно, да. Его интересует все связанное с вами, просто потому что он испытывает к вам чувства. И порой он действует даже как вот мальчишка глупый, как-то наивно. Может быть, вы даже просекаете его тактику, то, что он делает. Где и как, здесь сложно сказать. В принципе, нам показывают, что да, здесь мужчину интересует все связанное с вами. Особенно эмоциональная сфера ваша. С кем вы, кто вам нравится, не дай бог вы влюбились там, либо еще что-то в этом плане. Это его очень живо интересует. Но у него как-то, он как-то действует, так и хочется сказать, как-то наивно, по-детски. Можете вы вычислить его тактику? Можете. Так, теперь будет вопрос. Если вы с ним сейчас в расставании, хочет ли этот мужчина вас вернуть? Здесь и сейчас. Смотрим вчера, сегодня, завтра. Поэтому вот так. Хочет ли он вас вернуть? Ну, он себя чувствует все равно очень гордым, самолюбивым. Вернуть хочет однозначно. То, что хочет, это да. Но тут вот ему сделать первый шаг очень сложно. Потому что король жезлов, он очень-очень самолюбивый. И ему хотелось бы, чтобы к нему на поклон пришли. А не он делал какие-то действия. Но вернуть, конечно, хочет. Это король жезлов, конечно, хочет. Стоит ли вам делать какие-то первые шаги с точки зрения карт Таро? В том случае, если вы находитесь с этим человеком сейчас в таких энергиях. Вам хочется, может быть, прям хочется написать, позвонить. Стоит ли вам сейчас делать какой-то шаг? Да вообще займитесь своими делами, не надо думать об этом. А все придет в свое время. То есть, либо вы сделаете первый шаг, либо он. Но сейчас занимайтесь своими повседневными делами. Вам это говорят, не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь на этого мужчину, на эти отношения. Просто делайте свои дела, и все придет в свое время. Поэтому здесь не будет ответ ни да, ни нет. Потому что, ну, хотите, делайте первый шаг. Не хотите, не делайте. Но вам нужно сейчас заниматься своими проблемами, своими делами и даже какими-то денежными вещами. И всему свое время. Вот здесь черед того события, которое должно произойти с ним, он все равно придет. А теперь будет вопрос, можно ли ожидать от него каких-то действий в ближайшее время, в ближайших перспективах в отношении вас? Он тут от вас ждет каких-то действий. Кстати, он вас может не то побаиваться, не то действительно осознавать, насколько вы прекрасны. Посмотрите на этот аркан. Девятка пентаклей. Какая она красотка. Причем мало того, что она обеспеченная красотка, она может себе заработать денег. Она интеллектуальная, она умная, она прекрасный собеседник. Но она еще и суперсексуальная. Посмотрите на ее формы, на ее лицо. Какая она красотка. Поэтому он здесь может осознавать,
кто вы, насколько вы прекрасны по этому аркану. И говорить о том, что будет он совершать какие-то действия здесь сложно, потому что, во-первых, кто-то из ваших партнеров боится даже к вам подступиться по многим причинам, а кто-то ждет инициативы с вашей стороны. Поэтому вот так. А еще, знаете, здесь может участвовать какая-то женщина, но это очень малой доли, у малого процента зрителей, но все-таки какая-то женщина здесь может участвовать в налаживании связи между вами, допустим, да? Больше это все-таки относится информация именно к вам. Он вас такое видит и все-таки ждет от вас каких-то шагов. Что у него с соперницей? Только для тех, исключительно для тех, у кого есть соперница. Если вы не уверены, этот вопрос прокручиваем вперед, пролистываем. Что у него с соперницей? Смотрите, какая вообще ее показывает соперницу. Она занята собой, она занимается вообще самолюбованием. Здесь женщина очень довольна собой, очень любит себя в первую очередь. И вообще это аркан эгоизма, честно говоря. Давайте еще посмотрим, что у него с соперницей. Угу. Вообще у них постоянно выходят в предыдущих раскладах какие-то конфликтные ситуации, именно связанные с деньгами. И эта энергетика, она перетекает и в сегодняшний расклад. То есть женщина хочет чего-то, каких-то материальных благ, каких-то материальных вложений для себя любимой, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Из-за этого у них возникают конфликты, и даже некая... Тут вся женская энергетика. Здесь женщина что-то от него ждет и чего-то может даже требовать. Бывать, чего он вряд ли ей может дать, и из-за этого у них возникают конфликты. Так что обстоятельства сейчас у них такие с этой женщиной, с вашей соперницей. Нам показали так. Материальная, опять материальная энергетика идет. Уж не знаю, чего она там от него хочет, но что-то в этом плане есть. Именно для себя любимая она чего-то хочет. Она здесь одна у нас изображена на аркане. И, наконец, будет вопрос, как вам лучше себя вести сейчас с этим мужчиной с точки зрения карт Таро. Но вам надо понять, что вообще этот мужчина, он не зря в вашей жизни. Он пришел к вам в жизнь, в вашу судьбу, и как счастье, и как любовь, и как где-то, возможно, в каких-то моментах вам кажется, как будто наказание какое-то Господне. Но этот человек должен был появиться в вашей жизни. Должен был. И вы должны принять этот факт и подчиниться, в принципе, воле небес в каком плане? Не протестовать, не психовать, не распалять в себе какие-то отрицательные эмоции, а помолиться, попросить высшие силы о защите, о том, чтобы они направили ваши стези, чтобы они в этих отношениях сделали все уравновесили, все сделали так, как лучше и для вас, и для него. И это будет именно так. Здесь очень серьезный вышел кармический, даже божественный аркан, страшный суд, который нам как раз и показывает. Это ваш партнер по судьбе. Мужчина, который пришел в вашу жизнь с особыми целями, с которым вы стали мудрее, светлее, даже если через боль, к примеру, через какие-то страдания, сложные моменты. Но так должно было быть. Вы должны поблагодарить за это небеса и, в принципе, довериться воле небес. И не настраивать себя, не накручивать себя и не впадать в какие-то энергии сложные, потому что у вас на дне колоды вышел аркан тройка мечей. Вы здесь можете даже многие вещи, многие моменты в отношениях с ним преувеличивать. Я не буду говорить, что делать из мухи слона, но углублять отрицательные какие-то моменты, делая себя несчастливой. Поэтому, вот так. Я надеюсь, вы поняли, о чем здесь шла речь, да, и тем более по аркану страшный суд. Вы все равно находитесь под надзором высших сил. За вами следят, вас помнят, вас ведут, стези ваши направляют. Просто знайте это, просите, молитесь, и будет вам дано. Вот такой получился сегодня расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели его до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного, и, конечно, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.